Лига академической честности, объединяющая организации высшего и послевузовского образования в стране, огласила результаты опроса студентов и преподавателей 16 лучших вузов. Почти 30 тысяч человек высказали свое мнение о работе учебных заведений. Средний показатель удовлетворенности составил примерно 80%. Кроме того, специалисты проверили и письменные работы студентов и преподавателей на плагиат. Так, в Лиге следят за качеством образования. Помогают им в этом профильное ведомство, Антикор и Палата предпринимателей. Ни в коем случае это не проверка, не мониторинг, не аудит. Это совместная работа, но с уклоном на наш потенциал антикоррупционной деятельности. Помимо этого, есть просто замечательный инструмент, карта коррупционных рисков, которая разработана как раз таки Лигой. Она позволяет по 14 направлениям выявить сложные моменты, какие имеются, пробелы, слабые места.